В погоне за победой спортсмены отправляются на велосипеде-тандеме. Работа на таком двухколесном коне полярно отличается от одиночных заездов. В принципе, это логично. Просто каждый, кто окажется в седле, должен всегда держать ухо востро и помнить. Заезд на тандеме – это командная работа. У обоих спортсменов своя важная роль. Первый – это пилот, а второй – это спортсмен, отвечает именно, где прибавить, где сбавить скорость, где-то добавить, получается, ну, раскрутить передачу. Все поступает через команды, то есть остановиться, говорим, какую ногу выстегнуться. Когда только начинаем кататься на тандеме, постоянно много падений происходит, потому что, ну, неслаженность. Так ли это сложно? До начала старта мы попытались разобраться на практике, как проходит парный заезд. При начале движения вставляем одну ногу, вторую и ускоряемся. И приезжаем первые. Готовы? Да, я готов. Поехали. Не просто на поворотах, но это от неопытности. Бывалый пилот вам всегда подскажет, что надо делать. Когда едешь в тандеме, нужно постоянно быть внимательным, слушать команды пилота и крутить педали, не останавливаясь. Если остановишься, то можно будет просто упасть. Чемпионат пройдет в 2 дня. На каждый день своя программа. Сегодня у нас будет раздельная старта, где гонка, где старт будет через минуту дан экипажем, а завтра будет групповая. Мужчины и женщины стартуют. Сегодня гонка на 25 километров, завтра на 100 километров. Победа и призовые места сулят участникам серьезное продвижение в карьере. Откатав дистанцию успешно, представители лучших экипажей попадут в сборную России и в дальнейшем будут представлять нашу страну на международных соревнованиях по велоспорту. Олег Рожков, Николай Иванов, Олег Щербаков. Область новостей.